Здравствуйте, дорогие друзья! Почему все-таки вам стоит обратить внимание на компанию, ссылочка которой будет внизу в описании к этому видео? Я нахожусь в интернете и вижу обстановку, которая сейчас происходит в мире в связи вот с этой ситуацией, о которой вы все знаете. Нам сказали, ну и вы это тоже прекрасно понимаете, что любой вирус бьет прежде всего по иммунитету, по нашей иммунной системе. Если у вас здоровый, сильный иммунитет, то в принципе вам любой вирус не страшен. Вы не умрете. Вы легко его поборете. Ваш организм с ним справится. Вам, в принципе, и делать-то будет нечего. Единственное, что я заметил среди партнеров нашей компании, нет паники. Вообще нет никакой паники. Я захожу в чаты и смотрю, люди говорят, а нам-то что? Пусть беспокоятся те, у кого слабый иммунитет. И в большинстве случаев вы тоже это понимаете. Большинство из вас это понимают. У кого сильный иммунитет, то вам, в принципе, никакой вирус не страшен. Их будет впереди еще много в вашей жизни. Хорошо, если ученые успеют создать антивирус. Но я в этом сомневаюсь, потому что пока они его создают, пока они его опробуют, уже время ушло. Сегодня уже мы видим, сколько в мире смертей. Ученые уже опаздывают. И поэтому надо быть готовым. Если вы хотите жить долго и счастливо, позаботьтесь о своем иммунитете. А он позаботится о вашем организме. Если, не дай бог, вы подхватите какой-то там вирус. Неважно какой. Повторюсь, в вашей жизни впереди их будет еще много. И сложно на каждый вирус создать прививку. Легче позаботиться о своем иммунитете. Сделать его сильным и способным бороться с любыми вирусами и патогенной флорой. В компании «Аврора» много продуктов, которые направлены именно на поддержание иммунитета, на продление жизни человека. Ссылочка будет внизу, перейдите, посмотрите, почитайте под каждым продуктом, на что он направлен, какие действия у этого продукта, какие проблемы он решает. Повторюсь, в компании «Аврора» натуральный продукт создан российскими учеными для того, чтобы поддерживать ваш иммунитет в порядке. Ну а ваш иммунитет, он позаботится о вашем организме и вытащит вас из любой неприятной ситуации. Жизнь так устроена, хотим мы этого или нет, но люди заболевают. Постоянно идет борьба за выживание. Если ваш иммунитет, ваша иммунная система слабая, вы погибнете. Если сильная, вы выживете. Вы будете жить, радоваться жизни. Ну а вывод делать вам, нужен вам наш продукт или нет, я не знаю. Знакомьтесь, смотрите, если есть вопросы, пишите, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. И желаю вам счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Удачи вам, друзья мои!